Now, the siege itself against Nineveh is described in chapter 2. Во второй главе непосредственно говорится о разрушении Ниневии. And the verses read as if God is speaking to the prideful Assyrians. Эти стихи следует понимать как обращение Бога к гордым, горделивым ассирийцам. Verses 1 and 2. Поднимается на тебя разрушитель, охраняет твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами, ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, виноградные ветви их истребили. It is a way that men especially sometimes have of talking to each other. Иногда мужчины так между собой разговаривают. If we are challenging someone to a fight. Если мы кого-то вызываем на битву, на бой, на драку, там, я не знаю. We'll use sarcasm. Обычно мы используем сарказм. Oh, come on, give me your best shot. Ну, давай, ну-ка. Oh, you think you can take me? Ударь меня, ты думаешь, ты меня можешь свалить? Ну-ка, давай попробуем, выходи. That's the way God talks to Nineveh. Покажи, на что ты способен. Именно так Бог обращается и к Ниневии. Can you imagine being on the receiving end of God's sarcasm? Представляете, что значит быть объектом для сарказма Божьего? And that is exactly what he's doing here to Assyria. Именно здесь так Бог и обращается к ассирийцам. Come on, Assyria, see if you can take me on. Давай, Ассирия, припаяшь чресла, охраняй твердыни, стереги дорогу и так далее. Собирайся с силами, посмотрим, на что ты способна. But in fact, the one who is going to defeat Assyria is already on the way. Но на самом деле, тот, кто собирается победить Ассирию, уже взялся за свое дело. Again, what time, what year do we believe Nahum wrote this book? Помните, когда Наум написал эту книгу? В каком году? 625. Right. And what was the year of the defeat of Assyria? А в каком году пала Ассирийская империя, помните? 22. Right. So just 3 or 4 years later, буквально 3-4 года спустя Ассирийская империя падет. And this is a very bold prophecy. Это достаточно дерзкое пророчество. To predict the fall of Assyria 4 years before it even happened. Предсказывать падение Ассирии за 4 года до непосредственного осуществления этого пророчества. And here is the attack in verses 3 through 7. Из 3 по 7 стихи мы читаем непосредственно о нападении. «Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копья волнуется, по улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем, поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено, она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь». This is a description of what was primarily a Babylonian army coming against Assyria. А это описание вавилонян, которые наступают на Ассирию. The Babylonian army. Преимущественно вавилонян. They always wore red. Они всегда были облачены в багряное, в красное. Their shields would be either painted red or made of copper. Их щиты были либо выкрашены в красный цвет, либо сделаны из меди. They had chariots that had swords extending out from the wheels. Колесницы были сделаны таким образом, что из колес выдвигались копья, so мечи. As the wheels turned, they would thresh everything that came against them. И, соответственно, по мере того, как колеса вращались, они сметали все на своем пути. The Babylonians were a fearsome fighting force. Вавилоняне были очень жестокими воинами. And it describes. И вообще зрелище их наступления было устрашающим. This passage describes the confusion into which Nineveh is thrown. И в этом отрывке мы читаем о том смятении, которое испытывает Ниневия. Some ancient historians tell us that Nineveh had 60 meter high towers all around the city. Древние историки говорят нам о том, что Ниневия была окружена стеной, на которой были 6-метровые башни.
And it's important to... It was a wall with towers, right? It was a wall with towers, mm-hmm. yes, sorry. Mm-hmm. It's important to remember how Assyria was situated. Важно помнить о том, где располагалась Ниневия. The Tigris River flowed through it. Вот смотрите, через город протекала река Тигр. And the wall was all the way around it. И вокруг этой реки располагалась городская стена. In the middle of the city, в середине города, в центре города, everything was safe within the walls. Все было безопасно, поскольку вся эта территория была за стенами города. And Babylon and the Medes had surrounded the city. А вавилоняне и медяне окружили город. And Assyria had successfully fended off their attacks for 3 solid years. И на протяжении целых 3 лет ассирийцы очень хорошо защищались. So, the Ninevites inside the city Ниневитяне внутри города held feasts and festivals and parties. Могли устраивать и праздники. And they thought they had nothing to worry about. И всевозможные какие-то увеселительные, развлекательные мероприятия у них были и так далее. И им, в принципе, не о чем было волноваться. Until пока. What happens in verse 6 не произошло то, что, о чем пишется в 6 стихе. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Very heavy rains came in the spring season. Весной начались проливные дожди. It flooded the Tigris River. Соответственно, река Тигр наводнилась. To such an extent that it tore down the walls. Переполнилась до такой степени, что она разлилась до самых стен города. And with the walls down, the Medes came in from the north. И как только стены разрушились, медяне атаковали город с севера. The Babylonians came up from the south. А вавилоняне с юга. And absolutely destroyed the city of Nineveh. И эти две армии совершенно разрушили город Ниневию. So we remember again what we read in the very first few verses. Поэтому мы сейчас возвращаемся к первым нескольким стихам. About an overwhelming flood that destroyed Nineveh. О всепотопляющем наводнении, которое в итоге послужило полностью истреблению, разрушению Ниневии. That is in fact exactly the way it happened. Именно таким образом это и произошло. Remember, this is 4 years before it happened. Опять-таки мы помним, что пророк говорил об этом за 4 года до непосредственного факта Nahum, осуществления этого пророчества. Nahum perfectly predicted the description of the fall of Nineveh. Но мы с вами должны помнить о том, что Наум буквально в деталях предсказал падение Ниневии. And then verses 8 through 11 describe the plunder of Nineveh. А дальше с 8 по 11 стихи мы читаем о страданиях и о разграблении, расхищении города. Ниневия со времени существования своего была как пруд полный водою. Они бегут. Стойте, стойте, но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена и разорена она. И тает сердце, колени трясутся. У всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Где теперь логовище львовы, то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их. We understand that the wall around the city was at least 4 kilometers long. А мы с вами понимаем, что протяженность стены вокруг города составляла по меньшей мере 4 километра. And as soon as the northern and southern wall collapses, и как только эта стена разрушилась на юге и на севере, everyone in the city is in panic. Все в городе стали паниковать. The command is город был охвачен stand fast. Паникой. Но здесь дается повеление. But with the Medes and the Babylonians coming in, стойте, стойте. Но как только на город стали нападать медяне и вавилоняне, the Assyrians are terrified. Ассирийцы были в шоке и в ужасе. And they take the gold and the silver. Они взяли серебро и золото. We understand from Babylonian records из свидетельств вавилонян мы знаем that there was more gold in Nineveh than there were in the Persian treasuries. Что в Ниневии было больше золота, чем в персидских тайниках. Just an incredible store of wealth which they had looted from other nations. То есть Ниневия имела огромные золотые запасы, которые формировались за счет разграбления других народов. And then the last verse, verse 11, is another taunting question from the Lord.
И следующий стих – это еще один вопрос от Господа. «Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их?» Maybe 12-2. «Лев, похищающий для насыщения щенков своих, и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычей пещеры свои, логовища свои похищенным». Now, it is not that the Lord is just being mean to the Ninevites. Вряд ли стоит полагать, что Бог просто проявляет неприязнь к ниневитянам. It's a matter of reaping what was sown. Здесь совсем другая мысль. Вы пожали то, что посеяли. And if you will review the speech that Rabshakeh made against the Jews in 2 Kings. Если мы с вами еще раз перечитаем речь Рабсака, обращенную к иудеям, которая записана в 4 книге царств. He asked all kinds of very threatening, taunting questions as well. То он тоже вот подобного рода риторические вопросы и угрожающие вопросы там задавал. Кто спасет тебя, на кого надеешься ты и так далее. And Nineveh had art of all kinds that depicted lions. И в Ниневе очень часто в произведениях искусства пользовались образом львов. Lions were highly revered in Assyrian culture. В ассирийской культуре львы были в большом почете, как бы они были очень почитаемыми животными. And sure enough, Assyria is pictured as being torn apart by lions. И, конечно, здесь вот как раз и рисуется образ, когда Ассирия разрываема львом. With the final statement found in verse 13. И в 13 стихе мы читаем последнее утверждение. One of the most sobering comments God could make against any person. Одно из наиболее отрезвляющих таких утверждений, которое только может услышать человек от Бога в свой адрес. «Вот, я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — я сожгу в дыму колесницы твои, меч поживет в ленках твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих». Can we imagine ever hearing the words from God, I am against you? Можно себе только представить, что значит услышать слова Бога, я на тебя. Those would be the most fearful words I could imagine ever hearing from the Lord. Ничего более страшного от Бога вряд ли можно услышать что-нибудь более страшное от Бога. But because God is against the Assyrians, they will fall. Но поскольку Бог определил Ассирийской империи пасть, то она падет. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.